Рэпер Текила попал в больницу после укуса ядовитого насекомого. Долгожданный отдых на Бали обернулся для артиста неприятным эпизодом. Рэпера в область сердца укусил ядовитый муравей. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в одну из местных клиник. Звездному пациенту оказали необходимую помощь, за которую он отдал $200. Из-за яда муравья образуется ожог на теле, увеличивающийся до огромных размеров. Если вовремя не вывести эту дрянь из организма, не принять необходимые лекарства, может случиться непоправимое. Как оказалось, эти насекомые тут повсюду. Теперь мне нельзя плавать, заниматься спортом, но вряд ли меня это остановит. Не могу представить себе жизнь без экстрима. Поделился 30-летний рэпер. Thank you.